Привет, друзья! Сейчас мы на стадионе Панатинайкос в Афинах, на котором прошли первые Олимпийские игры. Сейчас будет небольшой обзорчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Погнали! Стадион достаточно масштабный, но людей здесь мало, потому что вход сюда стоит 5 евро. В принципе, можно сфотографироваться на фоне стадиона там чуть-чуть дальше, с дороги. Ну, конечно, такой красивой панорамы не будет. Но если вы уже здесь, в общем, потратите 5 евро, мы сейчас хотим записать маленькую тренировку для нашего фитнес-канала. Будет ссылка на канал в описании. Минуты на 4, на 5, потому что... Кажется, я думаю, очень так символично на стадионе, на котором прошли первые Олимпийские игры, сделать фото, какие-нибудь спортивные фото и записать видео какой-нибудь, в нашем случае, тренировки по пилатесу. Моя жена тренер по пилатесу, сейчас сделает небольшой воркшопчик. Везде по периметру стены факелы, которые использовались в разные времена.
Очень классно, хорошие фотки получаются на старте и на финише, если бежать и в беге себя фотографировать. Подняться можно наверх, ходить можно где угодно. Маленький музей есть. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо!